Человек-паук. Ой, собственно, привет, орлы! И я знаю, я довольно сильно как бы вас заспамил видеоми про паука. Видеоми, господи, я разучился разговаривать, пока снимал все это. В общем, я прошел паука на 100%, и что бы вы думали, мне за это дали? Вначале я не хотел этого делать, потому что подумал, ну а как бы, ну нахрена проходить все. Может, доп. Миссии по типу поймай всех преступников, они бесят. Но мне дали вот этот костюм под названием белье. Это супер костюм, он дает способность все, включая вас, самих теряют сознание от одного удара. Мне интересно, как это работает. Надо срочно это испытать. То есть, теперь... Я выгляжу вот так. Так, интересно, что будет, если я сейчас пойду в толпу? Как будут реагировать люди? А, какой? Мой, это комментарий? О, смотри, я могу дать 5. Привет, паучок. Рад, что ты не бросаешь нас. Да, конечно. И паучьи трусы. Это не трусы с Дэдпулом, это паучьи трусы, ребята. Ну-ка. Еще как, чувак. Поднять тяжелое? Хочешь, я подниму свой писюн, да? То есть, как я буду драться при этом? Интересно, работа? Блять. Он же всегда теперь голый будет. Так, ребята. Привет. Так намного приятнее. Привет. Нет, постой. А если я это скрытую атаки, а если вот так сделать? Так я не понимаю, а... равный шанс. А, вот оно! Надо способность активировать, ну-ка. Все, включая меня самого. А я, почему я стою на ногах? Так, а почему я стою на ногах? А, постой, то есть если ударят меня, я типа тоже упаду, что ли? Мне нужно дождаться, пока накопится счетчик равных шансов. Тогда я смогу уже, собственно, приступить к делу. Пока не могу, пока ждем, пока он восстанавливает. Окей, равные шансы. Ну, собственно, да, вот так это работает. Вот я как бы отдыхаю. И ребят даже не смущает, что я бегаю голый. Теперь мы пойдем в старый дом Пети Паркера, потому что... Ох ты, твою мать. Вот это эротика. А вы думали, что типа Человек-паук не 18+ игра? Что же, я только что сломал это предубеждение. Но теперь я в этом уверен. Потому что я в трусах тут хожу. Как будто мало нам было жуткого белого паука. Теперь приходят сообщения о его новом наряде. Да-да-да. Каком? Панк-роковый костюм. От которого адекватным людям хочется выколоть себе глаза ржавой ложкой. Будучи свидетелем рождения панк-рока, я и тогда был не в восторге. Это грубое заявление о неуважении к властям. И если Человек-паук пошел этим путем... О, нет. У меня есть ужасное подозрение. Это не тот Человек-паук, которого мы знаем, а подражатель, металлист с ирокезом. Что если их несколько? Джаред, перерыв. Мне нужно прилечь. А я до сих пор сумку не могу найти нигде. То есть, а явно должна быть в каком-то таком потном углу. Но вот в каком именно потном углу она находится, хрен его знает. Ну блин, я все облазил, в квартиру войти нельзя, что очень грустно, потому что было бы классно, если бы Петя зашел в свою старую квартирку и там бы затусил. В общем, вот такая пасхалка, если пройти игру на 100%, открывается вот этот потрясающий костюм. А можно еще раз посмотреть, как мы сейчас будем ехать в метро? Быстрое перемещение просто триггерит катсценку, что мы едем в метро, обычно. Я хочу затриггерить катсценку. Вот это, да, вот это мое любимое. Вот оно, ребята. И, собственно, мы послушали про то, что Джона Джеймисон думает о костюмчиках паука. Вот он такой, голый паук, ребята. А вам как голый паук? Вообще, этот костюм, конечно, дико не канон, но... Ну, черт возьми, прикольно, что он есть. Как бы хуже-то от этого не становится. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Евген, и нас ждет, по-моему, в октябре, 23 октября, следующая DLC по пауку с женщиной-кошкой. По-моему, я не помню, она тут то ли черная же кошка, то ли... По-моему, она здесь черная кошка. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Евген, и я, черт возьми, чуть ли не душу продал, чтобы эту пасхалку открыть. Ну, это не пасхалка, это скорее элемент игры, но черт, душу реально продал, чтобы ее открыть.